Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Шазам. В каждом из нас живет супергерой. Нужна лишь толика магии, чтобы он проявил себя. Билли Бэтсон должен прокричать всего лишь одно слово – «Шазам», чтобы из сообразительного 14-летнего мальчишки превратиться во вполне себе взрослого супергероя Шазама. А все благодаря древнему волшебнику. Темная вселенная. О команде нетипичных и не внушающих доверия супергероев, живых воплощений всех верований оккультизма. Темные маги, монстры, демоны и призраки объединяются под началом знаменитого детектива-медиума Джона Константина, чтобы потягаться со столь же могущественными силами. Бэтмен против Супермена на заре справедливости 2016 года. Опасаясь, что действия богоподобного супергероя так и останутся бесконтрольными, грозный могущественный страж Готэм-Сити бросает вызов самому почитаемому в наши дни спасителю Метрополиса, в то время как весь остальной мир решает, какой герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен и Супермен пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза, которая ставит человечество под самую большую опасность, с которой она когда-либо сталкивалась. Отряд самоубийц 2016 года. Правительство решает дать команде суперзлодеев шанс на искупление. Подвох в том, что их отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, погибнут. Могучие рейнджеры. Пять обычных старшеклассников узнают, что их маленький город Энджел Гроув и весь мир находятся на грани того, чтобы быть уничтоженными инопланетной угрозой. Избранные судьбой, наши герои быстро понимают, что они единственные, кто может спасти планету. Дэдпул 2016 года. Уэйд Уилсон, наемник. Будучи побочным продуктом программы вооруженных сил под названием «Оружие X», Уилсон приобрел невероятную силу, проворство и способность к исцелению. Но страшной ценой. Его клеточная структура постоянно меняется, а здравомыслие сомнительно. Все, чего Уилсон хочет, это держаться на плаву в социальной выгребной яме. Но течение в ней слишком быстрое. Тор Рагнарёк. Вернувшись в Асгард в поисках таинственного врага, ведущего охоту на Камни Бесконечности, Тор обнаруживает, что действия его брата Локи, захватившего трон Асгарда, привели к приближению наиболее страшного события – Рагнарёка. Человек-паук. Возвращение домой. Казалось бы, Питер Паркер всего лишь обычный школьник, живущий в Нью-Йорке и занимающийся абсолютно тем же, что и его многочисленные сверстники, но это только обман зрения, ведь на самом деле он обладает особыми способностями после того, как его укусил радиоактивный паук. Логан. Спустя много лет постаревшему Логану предстоит вступить в бой против своего старого врага, угрожающего уничтожить его раз и навсегда. В этой жестокой и кровавой схватке Росомахе предстоит спасти близких ему людей и одержать победу над заклятым противником. Первый Мститель. Противостояние 2016 года. Мстители под руководством Капитана Америки оказываются участниками разрушительного инцидента, имеющего международный масштаб. Эти события заставляют правительство задуматься над тем, чтобы начать регулировать действия всех людей с особыми способностями, введя акт о регистрации супергероев, вынуждая их раскрыть свои личности и работать на правительственные службы. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!